Друзья, всех приветствую на канале Boston Technic. Меня зовут Павел. Сегодня у нас на обзоре, также на реализации, жатка для уборки подсолнечника Ростельмаш PSP 810, ну или Falcon 800, флакон 800. В общем, жатка 2014 года, в отличном техническом состоянии. То есть она полностью комплектная, вложений не требует, по раме целая, даже вот в этих местах поближе к рамке, и сама рамка, она целая, никаких следов сварки нет. Все, привода, муфты, все, редуктор, цепи, все в отличном состоянии. Вот так, с этой стороны нижний вид, сеточка сверху ровная, все прекрасно. Не колхоз, заводская. Вот так, рабочие органы. Ну, шнек. Понятно. Ровный. Там в одном месте есть замятие. Но это, я думаю, не критично. С помощью кувалды все исправляется. А так, в принципе, ленты. Все, насколько я вижу, в отличном состоянии. Ну, одна может быть такая чуть-чуть потертая, а остальные, в принципе, на вид очень даже неплохие. Цепи, ножи, они даже смазаны маслом на консервации. То есть все я просмотрел, не все смазаны. Ну, кожухи, как сказать, бывают помятые. Это на работу никак не влияет. В общем, отличная жатка. Повторюсь, что вложения она не требует. Можно просто проверить самому и в работу запускать. Она толком, в принципе, и не работала. Вот. Потому что хозяйство купили другие комбайны и приобрели безрядковые жатки. Это уже необходимость свою потеряла. Так что, кого заинтересовало, звоните, на все вопросы ответим, поможем вам подобрать другую технику, если нужно. И я думаю, останетесь довольны, сделаем для этого все возможное. Также напоминаю, что в нашей компании Boston Technic вы можете приобрести технику как за наличные средства, безнал, также и в кредит. Возможен еще трейд-ин, рассматриваем. Так что обращайтесь. Всем хорошего дня, всего доброго, до свидания.